жены. Давайте возьму. Какой? Надо посмотреть, все. 1,80. Пойдет? Идем дальше. Да, пример. Это масло, да? Масло. 7,99. Ой, сгущенка, смотри. 4,45. Йогурт. Дай здесь. 2,95. 5,55. Мы все ж не снимем на самолетном. Да. Это молоко. 4,19. Милк. 4,19. Да? И это молоко. Это явно кефир, да? Милк. Так вы знаете, как оно? Кислое. О, кефир. Кефир 2,59. А это что-то другое. А уран, помнишь, мы покупали? Ну, кислый-то. Нам не понравилось, да? 2,19. Взять молока попробовать. Это с мандаринами не пойдет. В общем, без молока будем. Да, мы обычно везде пробуем. Ну, тут мы молоднее, поэтому пробовать не будем. А то сметана. Три и 2%, наверное, что-то 2,75. Но это не сметана, это что-то другое, да? 6%. Это как творог может. Хинкали продают, смотри. А цены тут я не знаю, что почем тут по-грузински. 8,40, 11, 20, 15, 50. Полуфабрикаты. Котлеты какие-то. Да. Самое интересное, что это пельмени есть, да? Хинкали есть. Вареники мы сами слепим. Ну, можно взять кастрюлю, есть, сварить. Да ну! Ты будешь варить? Нет, нет. Тогда и масло надо брать. Да, да. Так мы уже еды набрали сколько, мы его не покушаем. Нет. Грибы, смотри, грибы. Большая банка, 3,29. Горошек. 2,15. Это оливки. Оливки, 6,15. Сардина, 7,85. Смотри. 7,85 сардина, и тунец. 8,35. А скумбрия 8,80. Вон там сыр. Вон порты, гляньте, крутые. Смотри, какое масло большое. Кстати, это продукция, не знаю, 48, украинская. Смотри, 48. Это с Украины. А написано по-русски. Масло сладко-сливочное. А как это так бывает? Я хотела посмотреть, кто его выпускал. Слепашный бачу. Беларусь. А что написано 48 код? Это ж наш код. А, у нас 482. А это 481. С Беларуси. Я ж вижу, что продукция... А вот торты, гляньте, какие крутые. Это не ихняя продукция, не грузинская. Тортики крутятся. Я не хочу сладкого. Аппетитно, конечно. 3,70 – это 100 грамм, наверное, да? Да. Ну не килограмм же, или килограмм? Наверное, грамм. 100 грамм? А вон там ценник. 3,7.
Там грамма не написаны. Ну, вкусно, конечно. Ну, хватит. Сыры. Сыр 9,95. 150 грамм. 9,95. Так дорого. Это дорого, Саша. У нас такая пачка 6 злотых. Колбаса 12,55. Смотри, 8,95. Дорого? А что так дорого? Не знаю. Смотри, вот все. 13,90. Сосиски. Да нет, тут все подорожало. Раньше тут дешевле было. Огурцы. Смотри. 7,65. Мы у нас по 5, по 6 брали. Ну, мы, конечно, по акции брали, но все равно. Дорого, глянь. 5,99. Баклажанная икра. Цены на хлеб. Хлеб черный, половинка. 2,90. Белый. 1,25. Конечно, кусаются. Мед 19,55. Масло кукурузное. А вот такое. А вот масло дешевле. 5,85. Даже олейна есть. Украина. Украинская олейна. Олейна. Традиционно, по-украински написано. Сонечникова рафинована. Видишь, тут отсюда, от Беларуси, с Украины товар. Откуда хочешь. 7,50 кукурузное масло. Вот и макароны. Макароны 2,80. 1,39. 2,95. Лимонадом.